каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, тра-бабах, и нет его. Ариша! Ариша, выходи! Пойдем гулять! Клёпа, привет! А куда пойдёшь? А пойдём погуляем в парк! Птица так кричит. Пойдем посмотрим. Пойдем. Ой, малыш, ты что, потерялся? Не знаю. А где твоя мама? Не знаю. А у тебя семья есть? Не знаю. Ну, а ты кто сам? Не знаю. Клёпа, мы не должны его здесь бросать одного, ведь он такой маленький. Конечно, мы пойдем и найдем ему семью. Вон, лисичка идет. Давай у нее спросим. Ага. Здравствуй, лисичка! Здрасте! Ай, а кто это у вас? Вот он потерялся, ему семья нужна. А давайте я его к себе заберу. А что он у тебя будет делать? О, я научу его хитрить, врать. Будем вместе зайцев гонять да кур воровать. Это нам не подходит. Это просто ужасно. Нельзя учить детей лгать и обманывать. Хочешь жить в университете? А вообще как хотите. Поищите еще кого-нибудь. Смотри, вон ежик. Давай у него спросим. А, давай, давай. Здравствуй, ежик. Здорово. Куда идете, молодежь? Да вот он потерялся. Ему семья нужна. Может, ты его к себе заберешь? Я живу в маленьком домике. У меня большая, дружная семья. А кто с тобой еще живет? Моя жена, ежиха, и 5 малышей ежат. И что, все колючие? Мы ежи все колючие. Но это нам не подходит. Нашему малышу будет некомфортно. Его просто исколют всего. Ну, тогда спросите у кого-нибудь другого. Ой, а вон белка сидит. Давайте у нее спросим. А что?
Белка не ежик, она мягкая, пушистая. Давай спросим. Привет, Белка! Вот он потерялся, ему семья нужна. Может, ты его к себе заберешь? А он умеет лазать по деревьям? Не-а. А прыгать с ветки на ветку? Не-а. А грибы на сучках сушить? А орехи собирать? Не-а. Тогда я ничем не могу помочь. Пока. Это кто? Может быть, птичка? Ничего себе, птичка! Ой, ой, ой! Малыш, малыш, ну куда ты запропастился? О, малыш, где ты? Где мой маленький? Бедная я! Мама! Это что, твоя мама? Мама! Мама! Твоя мама дракон? Да. Ой, она нас не съест. Мама хорошая. Мама! Мама! Ах, малыш, малыш! Ты здесь! О, друзья, благодарю вас, что нашли моего малыша! Клёпа, Ариша, друзья! О, благодарю, друзья, благодарю! Иди ко мне, маленький мой! Мама! Ой, малыш, малыш, я так переволновалась. Пойдем, пойдем домой. Нас все ждут. Ага, мама. Будет день счастливый и чудесный самый. Малыш нашел свою семью. Да, семья – это очень ценно. Это самое главное, что есть у человека. Берегите, ребята, свою семью и уважайте их с праздником, днем семьи, днем семьи, любви и верности. Вся моя семья.